отпускаю наю. Теперь сама я пою, теперь сама лета. Давайте посмотрим на вот эту передачу «Голос». Давайте посмотрим на ведущих, пока детей трогать не будем. Как они себя ведут, как они двигаются и что из себя представляют. Посмотрим без звука. Как тебя зовут, обладательница великолепных Климан, хвостов? Мне 12 лет, я из города Казани. Во-первых, не расстраиваемся, потому что песню ты спела хорошо, песня сложная, там много-много-много текста, ты еще и за бэк-вокал спела все эти штуки, это было отмечено нами. Так что не думай, ты молодец. Спасибо большое. Ты молодец, чуть-чуть, ну даже вот не знаю, что сказать, знаешь. Скажи, вот как ты считаешь сама, вот, что было не так? Ну я думаю, то, что я, наверное, сделала очень много чего, то, что не надо было делать. От чего это? Ну вот, например, вот эти штуки, которые мешали мне. Передержала звук, может быть. Типа передавила чуть-чуть, да. Тебе кажется? Передавливают прыщ на носу. Да? Ну может быть, может быть. Что еще было не так? Вот скажи мне, вот ты думаешь, что ты передавила? Нет. Нет? Что еще? Вот как ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Почему мы не повернулись? Может, потому что не понравилось что-то, я не знаю. Ну нет. А мне знаешь, почему я не повернулся? Я знаю. Потому что он толстый. Я не знаю, как ребята, но я не повернулся, потому что... Было очень много суеты. Такое ощущение, что ты очень торопилась куда-то. Бежи быстрее, быстрее спеть все ноты, которые только возможно спеть. Понимаешь? Так, если она, не пускаешь ее ко мне обниматься? Давай, рассказывай, а мы будем стоять и слушать с тобой вместе. Давай. Это, между прочим, очень важные вещи, говорит. Ты его послушай, но стой со мной и не плачь. Слушай. Давай, давай, мастер-класс. Нам нужен мастер-класс. Давай. Но при этом, при всем... Заметьте, девчонка спела исключительно. У нее идеальный слух. Но при этом, при всем, самая главная теория, которая у меня есть, тебе тоже повезло, потому что у тебя есть шанс стремиться дальше.